товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Военно-морской флот России к проведению главного военно-морского парада готов. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Евменов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! Ура! 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 Браво! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! Ура! 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 Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры. Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики. Последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. Благодарю личный состав военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач. За вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура!